Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с руководством «Единой России» и участниками завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму. Среди тех, кто принял участие в онлайн-встрече, была руководитель штаба движения «Мы вместе» в Тверской области Юлия Саранова. Об итогах встречи Наталья Чекет. В начале онлайн-встречи Владимир Путин поздравил тех, кто победил 30 мая в предварительном голосовании, а также выразил благодарность сторонникам «Единой России», представителям общественности и волонтерских движений за напряженную работу в пандемии. Обращаясь к собравшимся, президент отметил, что праймерис – это востребованный механизм обратной связи с людьми. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но главное – для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно больше сторонников, единомышленников, молодых людей, толковых, целеустремленных и неравнодушных. В свою очередь, руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что партия обновляется, растет интерес среди молодых людей. А всего в голосовании приняли участие около 12 миллионов человек, больше 10% избирателей в нашей стране. Руководитель штаба движения «Мы вместе» в Тверской области Юлия Саранова с лидерами страны согласна и надеется не подвести тех, кто ее поддержал. Для меня очень важно и ценно, что, приняв это непростое решение, я правда сомневалась, но когда люди начали активно меня поддерживать, присылать мне сообщение: «Юля, мы держим за тебя кулачки, давай, вперед, мы в тебя верим». Это меня утвердило в том, что мое решение это было по-настоящему правильным. Я им за это очень благодарна и хочу сказать, что я буду очень стараться их не подвести. Лично пообщаться с президентом руководителю волонтерского движения не удалось. Однако, общаясь с журналистами, Юлия Саранова призналась, что готовила выступление и очень волновалась. Моя команда очень радовалась, что у нас появится такая возможность участвовать в такой небольшой, на самом деле, встрече с президентом. И это, на самом деле, ну, такой успех, в том числе для всех людей, которые меня поддержали. Это значит, что мы все делаем правильно. Как отметила руководитель регионального штаба движения «Мы вместе», директор фонда Твери Юлия Саранова, общение с лидерами страны, пусть и онлайн, ее вдохновляет и укрепляет веру в свои силы.